Уникальная находка в Дербенте. Во время раскопок там обнаружено кирпичное здание 11-13 веков. Находку обнаружить удалось в дагестанской группе исследователей РАН. Изучая кирпичное строение, ученые заметили фрагменты древней керамической посуды, в том числе иранской кашиновой, местной глазурованной. Благодаря этому исследователи убедились в точности определения времени существования этого здания, возраст которого, возможно, составляет 900 лет. Строение, как и многие другие объекты Дербента того времени, прекратило свое существование после монгольского вторжения. Специалисты считают, данная находка откроет новые грани истории архитектуры древнего Дербента в период расцвета города.